как курение вейпов, электронных сигарет влияет на состояние здоровья десны. Ну, в целом, курение – это небезопасно, и я думаю, что все люди об этом знают. Но у пациента в данном случае могут быть такие проявления, как поражение слизистой оболочки полости рта, сгущение, изменение минерального состава слюны, увеличение образования пигментированного налета на зубах. То есть в целом состояние микрофлоры полости рта тоже из-за этого меняется, увеличивается образование налета на зубах, и в целом это приводит к воспалению десен. Помимо этого, все современные курительные приборы, они под действием нагревательных элементов выдают нам пар. Соответственно, этот термический эффект, он тоже имеет воздействие на полость рта. И в итоге у пациентов могут, ну, в долгосрочной перспективе даже онкозаболевания языка или поражение на слизистой щек возникать. То есть это самый грубый, наверное, пример. Но а локально это, конечно, воспаление десен и ухудшение гигиены. То же, что ведет к расшатыванию зубов в долгосрочной перспективе, пародонтиту и нездоровой улыбке.